На базе межмуниципального управления МВД России «Люберецкое» состоялся турнир по стрельбе из пистолета «Макаров», приуроченный ко Дню полиции. Силовики отметят профессиональный праздник в это воскресенье. Мои коллеги следили за участниками соревнований и подготовили сюжет. Сегодня у сотрудников МЧС в руках непрофессиональная атрибутика, а пистолет Макарова. Команда Люберецкого гарнизона пожарной охраны участвует в турнире, где нужно проявить меткость, выдержку и равновешенность. Эти качества им не чужды. С заданием справились отлично. Команда Федеральной противопожарной службы хорошо отстрелялась. Результаты, я думаю, будут известны чуть позднее. Один из участников показал очень хорошие результаты, очень много попаданий в десяточку. Поэтому надеемся, конечно, на призовые места. Ну, самое главное – участие, а не победа. Всего в турнире приняло участие 8 команд. Глава Люберец Владимир Волков представил на соревнованиях администрацию городского округа. Задание каждого стрелка – попасть в центр мишени на расстоянии 10 метров. В преддверии Дня полиции пригласили нас, сотрудников администрации, совместно с службами нашими, которые работают на территории городского округа, принять участие в таком конкурсе стрельбы. И, конечно же, каждый проверил себя, проверил навыки, умения. Во всем нужна тренировка, и абсолютно точно те профессиональные сотрудники, которые тренируются и в тир ходят регулярно, у них поставлена рука, выстрел, все качественно, все в точку, и приятно, что такие бойцы служат в нашем подразделении. В честь Дня полиции эти соревнования состоялись впервые, но уже несколько лет подобный турнир проходит в Люберцах в преддверии Дня защитника Отечества. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.